Итак, ребята, то, что вы сегодня видите, это полнейшая жесть. Канал новый, мы создали новый канал, мы его будем вести. И с вас, конечно же, лайк и подписка, и будет такой контент часто. Это будет очень круто, ребят. Так, тем, кто подпишется, Вадим сделает 3 сигны из Чернобыля и просто 2... Да, ребят, и 5, кто подпишется на этот крутой канал, потому что здесь такая жесть будет происходить. Серега даст по 500 рублей. Да, ребят, по 500 рублей. Также вы должны из всего ролика найти... засекреченное слово. Если вы его найдете, первым, кто напишет его в комментариях, тот также получит от меня только не 500 рублей, а 800. Поэтому давайте, ребят, дерзайте. А, ноги мои. Я больше не могу уйти просто. Короче, ребят, мы купили посылку с Даркнета. За 10, ребят, за 10. Только не в рублях, а в криптовалюте. Потому что можно, много случаев происходит, и могут кинуть, и рубль это слишком официально, могут и вычислить. Короче, очень хреново то, что могут кинуть, и теперь неизвестно, что ждать, а десятка потрачена. Короче, мы выехали смотреть, что же мы купили на этом даркнете. Я бы вообще лучше никогда бы на самом деле такой не сувал. Но на даркнет можно не только это купить, но вы понимаете, о чем. Итак, ребята, приехали, мы почти на место назначения, но мы решили еще одного человечка с собой взять. Сейчас мы ему позвоним. Как всегда, приходится всех ждать. Никакой дисциплины. Ох уж эти блогеры. Тихо, слушаем. Алло. Алло. Ну ты где сейчас? Ну, чувак, это метро, просто оно нереально, ты знаешь. Сейчас я покажу. Знаю, братишка. А в парке где? Типа... Ты на дорогу выходи. Так, я развернись. О, тоже перчаточки купил. Смотри, у него черные. Нет, у меня... у меня есть весомая причина, я не москвич, и метро я не знаю. Так, ребят, мне написали, короче, координаты на этот, на телеграм. Ребята, это полнейшая жесть, короче, мы идем по какому-то лесу, в каких-то гребенях. Вот. По координатам я никогда не ходил, и это крайне сложно. Слава богу, есть со мной старший брат, который умеет это делать. А я не очень. Короче, ребят, мы почти на этих координатах, но я почему-то не могу найти, где это именно находится. Вот, мне вот кажется, что вот как Вадим и говорил, так и тупо и произойдет. Вот. Да, не удивляйтесь. Драко. Картинку какую-то скинули. Грузь? Походу, где координаты, потому что мы не можем найти, мы, ну, мы дауны. Ну, говори за себя, я географию учил. Ребят, вот, все, скинули. Что там? Что-то не понимаю, что тут, что это такое. Там а ты можешь побольше сделать? Координаты. А, во. А, координаты, красное дерево. Покажи мне. А где тебе искать таких деревьев? Тут миллион. Сейчас, сейчас. Хочу придать привет пидорасам России. А вот это заявление, заявочка. Мы пометку нашли. Что, что, что? Мы пометку им... нашли. Пометку? Кто? Сейчас мы узнаем. Вот. Лучки мы. А вот, смотри, земля свежая. Давай. Такой склон. Опа, я чуть походу. Нашли что-то? Так, сюда, блин, камера сюда, камера сюда. Да не, камера-то здесь. Опа. Сейчас говно собачье найдёте. Снимай, снимай ближе. Да я снимаю. Снимай. Это табличка, ребят. Ящик, что ли? Как выехал, а, картонки? Йоу. Ха-ха, за 10 тысяч рублей! Баю-баюшки, баю, ты подольше тут постой. Рисуночки какие-то. Вы посмотрите, как это люто. Кто это? А при чем тут, подожди, а при чем тут дети? Не знаю. Дай я посмотрю-ка. А вы вон там. О, вон еще что-то. Народ, смотри, стой, тут продолжение. Рублей. Это какая-то загадка, ребят. Потому что здесь я... А вот это уже интересно, может... Подожди, посмотри еще. Смотри еще, да, может, тут есть. Тут постой. Ночью я к тебе приду, ты на горе, я под тобой. Я под горой. Опять? Я под горой. Горой. Ну, как будто это написано. А это... Мы на горе. Это похоже, когда ну, на 10... давай тогда глубже копай. Это похоже, когда на 10 тысяч рублей тебя лоханули. Пошел, жопа, должен верить.
Прогулочка. Не, подожди, а вдруг какая-то реально загадка, потому что... Блядь, мне это уже тогда не смешно, нахрен. Нет, это стопудов загадка. Ну, я не знаю, ну... Тут земля, она... Тут видно, что явно дальше не кислится. Первая земля была видна, что она рыхлая, то здесь уже... А вон там вот, смотрите, если посмотреть. Если поискать, вон там вот. Нет, давайте вот тогда реально, его лоханули на 10 косарей. Нет. Он каким-то перевел мошенникам, они типа над ним ползают. Ну смотри, давайте, чтобы убедиться, посмотрим вон там вот, потому что там что-то есть. Не, ну... А написано под горой, ребят, смотрите, написано под горой, там посмотрим. Серега, это же на тебя припали! Спасибо! Нет! Чернобыль ехал! Нормально. Вот как раз, я не хочу туда лезть. Ребят, это просто жесть какая-то. Мы лезем, я не знаю куда, стрёмно, да, жуткое вообще место. Я просто это все покажу. Там труба и хрен знает где конец. Куда мы попадем? А вдруг на нас выскочит какая-нибудь чупакабра там? А вдруг там чупакабра какая-нибудь? Так, дай я... Слушай, а там дальше никого нет? Чё это такое? Вадим, иди сюда. Мы ползем полуприсед, уже далеко от ползы. Да не капай! Иди сюда, мне интересно тоже, блин, ребята. Чё? Вытаскивайте сюда. Подожди. Ребята, вот пакет. Покажи, дай сниму. Снимай. Жесть. Подожди, там дальше что-то еще есть. Дальше не пойду, реально не пойду туда. Там кончается коллектор. Я туда не пойду. Мне такое еще есть, что вода польется, чувак. Смотри, что-то нашли, давайте. Да, давай я быстро вытащу, на фонарь. Уходим. Блин, на что я подписался? А ты говорил, обман. Чувак, это какой-то мусор, блядь, это не твоя посылка. Как у меня ноги забиваются жестко. Жестко. Вылезай, поднимай. Блин, вообще интересно, что там находится. Не знаем, что это будет для них тоже хорошо. Ай, подожди. Давай руку. Уронил. Ёпта, это что, гроб что ли? Чё? Да на что это ещё походит? Ты купил маленький, за 10 штук гроб? Маленький гробик. Весь мокрый и воняет от него. Чего? Меняемся с тобой. Ё-моё. Ну чё, к тебе? Охренеть! Слушай, может быть этой надписи связаны? Охренеть! Так, давайте разложим в хронологическом тогда. Баю, баюшки, баю. Они прислали себе мертвого ребенка? Подольше тут постой, ночью я к тебе приду. Это же детский. Ты на горе, я под горой. Ночью я к тебе приду. Поменяемся с тобой. Забавно ты за 10 косарей купил. Да. Ну что, как выживает ваш паранойя? Охрана, и она сейчас тебе просто открыла. Так. Снимать не буду. Это реально? Йоу. Эла, как отвратительный мир. Ты что это такое? Фу, господи. Если вы хотите посмотреть, переходите. А что запах такой? Ссылка будет в описании, либо будет подсказка. Он это пусть выкладывает, я... Чё я это? Просто не хочу вас шокировать. Да. Чё это такое? Чувак, не трогай её! Фу, господи, ты зачем? Миш, зачем ты? Фу, господи. Не трогай её, пожалуйста. Господи, фу. Ё-моё! Кто это? Ребят, это... Ёбаный. Да. Боже мой. Ты смотри, что внутри. Ближе. Это похоже на медведя какого-то плюшевого. Проволоки, какое-то мясо. Фу, оно воняет ещё ужасно. А вот теперь понятно, что за зверёк. Смотри. Ночью он ко мне придет? Это на картинке типа? Смотрите, это просто, ребят. Да, это плюшевый. Ребят, это желатин. Это... Там еще было. Пахнет... Томатный сок. Да, пахнет томатным соком. Да, и запах томатного. Это, походу, арбуз. А точно. А не, Миш, это желатин. Какой желатин? Что это желатин. Это арбуз. Не. Съешь, не, ну что, слишком... Хочешь скушать? А это что такое? Кто проголодался? А это что такое? Кость какую-то, или жир, или мясо. Бля. Нахрен, мне перчатки выкидывают. Две минуты уже.
вернусь. Че, будем открывать? Открывай до конца. Да, раскрывай, что. Я не знаю, как это скрывать вообще. В принципе, ничего такого страшного, но... Не, за 10 тысяч. Ну, я задал чего-то интереснее. Не, ну квест это классный, за 10 тысяч, квест, да. Классный. Мы... Блин, Вадим еще до сих пор в шоке, стоит, не понимает, что за фигня-то. Там... Ну... Да, ой, господи. Это чего? Это рыба. Чего? Это рыба. Реально. Господи, какая-то мерзость. На, это твой сувенир. Вот твои 10 тысяч.